Сегодня я приготовлю замечательный рулет из индейки с яблоком и орехами. И на сладкое овсяное печенье на костре. Я думаю, что имеет смысл начать с овсяного печенья, потому что оно будет готовиться немножко подольше. Для начала нужна пиала. В пиалку нужно отправить одно яйцо. Немножко сахарной пудры. Буквально столовую ложку. И такую же столовую ложку сливочного масла. Их хорошенечко перемешать. И потихонечку начинаю добавлять геркулес. Самый обыкновенный, который варится 5 минут. Так, жменьку добавлю и перемешиваю. Все это должно стать похоже на тесто. Чтобы масло растворилось. Геркулес должен напитаться влагой и разбухнуть. Яйцо даст клейковину, а сахар даст вкус. И получится шикарное печенье. Это очень полезное печенье. Ничем не хуже, чем овсянка на завтрак. После того, как тесто будет готово, ему уже будет настояться примерно 10 минут, и можно отправлять уже его запекаться. Все, тесто немножко рыхлое, но держится. Теперь ему нужно постоять и набухнуть. Можно разровнять и оставить в сторонку на 10 минут. Ну и пора заняться самой индейкой. Вот такая вот индюшиная грудка. Ее нужно разрезать, размотать, так сказать, чтобы потом заматывать ее в рулет. Вот такая вот у нас получается одна пластина. И примерно такая же вторая по толщине. Толстый кусочек. Прорезаем, но желательно не до конца. Чтобы я потом смог скрутить в рулет. Вот так, на мой взгляд, отлично. Разумеется, посолить и поперчить. И нужна будет одно зеленое кубанское сочное яблочко. Самое главное, чтобы оно было зеленым и кислым. Яблочко нужно нарезать кубиком. Желательно мелко. В таком случае яблоко будет выделять больше сока. И мариновать индейку. Эта кислота будет делать мясо индейки еще более нежным. Я разложил в длину. И теперь ядро грецкого ореха. Нужно порубить ножом, тоже мелко. И просто присыпать грецким орехом. И теперь нужно подготовить фольгу. Чтобы рулет держал форму, фольгу нужно сложить вдвое. И аккуратненько рулет завернуть. Вот так рулетик сворачивается. И на фольгу нужно нанести немножко сливочного масла. Прям рукой. Кусочек масла. И смазать фольгу, чтобы рулет не пригорел и не прилип к фольге, и получилась румяная корочка. Уложить рулет и завернуть. И сделать это максимально плотно. Так, прижимать фольгу. Фольгу подворачивать обязательно, чтобы были запечатаны края. И закручивать, чтобы он держал форму. Вот такой получается рулет в фольге. И повторить процедуру со вторым рулетом. Рулетики завернуты, можно отправлять их на мангал. В то место, где не сильный жар, как для шашлыка. Нет огня, но угли достаточно горячие. Минут 10 будем крутить его, чтобы он прожаривался равномерно со всех сторон. Если жар послабее, то стоит подержать его минут 15. Все равно сок останется весь внутри, он будет достаточно сочным. Если ты не уверен, что рулет готов, то можешь оставить его еще минут на 5 в фольге, и он дойдет до своей готовности. Пора заняться подгарнировкой и соусом. Для гарнира нужно яблоко, нарезанное крупным кубиком. Не всегда гарнир должен быть овощным. Фруктовые гарниры в Европе очень ценят. И данный вид гарнира очень любят во многих странах. Называется он яблочный рататуй. Рататуй — это форма нарезки кубиком. Причем в мультике показано блюдо рататуй, которое не имеет никакого отношения к форме нарезки. А еще есть нарезка крупным кубиком. Называется соте. Отсюда пошло слово сотейник. Сковорода для обжарки овощей или фруктов, нарезанных крупным кубиком. Для приготовления рататуя понадобится сковорода. Сковороду нужно поставить на сильный жар. Ложку
столовую ложку с горкой сливочного масла. Вот такой смелый кусок. И туда же в масло нужно отправить яблоки. Обжарится, слегка обжарится в сливочном масле. Но и это еще не все. У нас еще будет присутствовать гранат. И семечки граната я отправлю туда же к яблоку. Четвертинки граната будет достаточно. Самое главное, чтобы не попали вот эти белые волокна. Они горчат, они невкусные. Для этого блюда понадобится только лишь семена. Ну и чтобы подсластить, можно добавить меда или сахарной пудры. Печенье набухает. Уже начинает слипаться. Я думаю, еще 2-3 минуты. И печенье можно будет лепить и отправлять на мангал. А рулетики можно потихонечку начинать переворачивать. Рататуй готов. Его можно отставить. И можно заняться соусом. Для соуса нужно кубанское красное вино. Полусладкое, полусухое. На ваше усмотрение. 200 грамм. Туда же 200 грамм свежей кубанской брусники. Брусника должна провариться в вине минут 5. Вино должно немножко выпариться. Уйдет весь алкоголь, но останется вкус. И нужно будет затянуть крахмалом и сахарной пудрой. Рулетики почти готовы. Я думаю, можно их снять. Они упругие, они пружинят. Если внутри они даже слегка не доготовились, то я их сейчас оставлю в фольге. И в течение 2-3 минут сок будет циркулировать, кипеть, и рулет дойдет до своей готовности. Опять же, не стоит забывать, что это белое мясо, оно готовится очень быстро. А пока есть смысл заняться печеньем. Прям руками или ложкой можно брать, катать шарики, так в руке сжимать, и делать их плоскими. Можно даже на доске. Липнет тесто очень хорошо. Печенюшки лучше делать маленькие, чтобы они пропекались. Овсянка впитала всю влагу. Разбухла, стала мягкой. Выдала хорошую клейковину. И очень хорошо липнет. И теперь лопаткой аккуратненько снимать. И на гриль. Гриль горячий, углей под грилем совсем нет. Самое вкусное овсяное печенье получается только если готовить его с дымком. Печенье готовится очень быстро, поэтому только мы выложили, уже пора переворачивать, чтобы не сгорело. Овсянка напиталась, набухла, она уже готова. А на костре просто придать румянец и аромат дыма. Ну что, 2 минуты, и печенька готова. Пора доготавливать соус. Для этого нужна сахарная пудра, буквально 2 столовые ложки, и полстакана воды, куда нужно отправить полную столовую ложку крахмала. Тщательно размешать, чтобы весь крахмал поднялся. Перемешать соус и влить соус крахмал. Это только для вязкости, для густоты соуса. Все, соус готов. Буквально 2 секунды, смотри, он сразу стал густым. Его тоже можно отставить пока в сторонку. Ну и наступает время рулета. В первую очередь яблочный рататуй. Яблочки остались твердыми. В них еще полным-полно витаминов. Это важно. И рулетик. Рулет уже подостыл, его можно брать смело в руки. Его нужно аккуратненько развернуть. Так же, как и заворачивал. Смотри, какой получился. И очень много сока, бульона. Теперь рулет осталось лишь порезать на роллы. Вот такие вот. Не только красиво, но и вкусно. И очень-очень полезно. Ну и второй рулетик также развернуть. Белок в индейке свернулся, и рулет вполне себе очень даже хорошо держит форму. Осталось только порезать и выложить. На следующий день его можно как колбасу резать и на хлеб с маслом выкладывать.
если он полежит ночь в холодильнике, это будет что-то наподобие буженины из индейки. Последний штрих, конечно же, соус. Соус из брусники. Идеальное дополнение к любой птице. И не важно, как она приготовлена. Брусника с птицей сочетается всегда. Особенно, если это брусника наша местная, кубанская, которая полна витаминов, которая выращена не где-нибудь за границей, в непонятных условиях, с химическими добавками, а наша здешняя. Особенно, если это брусника дикорастущая. Готов тебе представить сегодняшнее замечательное блюдо. У меня получился замечательный рулет из сочной кубанской индейки с яблоком, с грецким орехом, с замечательным рататуем из местных кислых яблочек, с кавказским гранатом, соус из нашей кубанской брусники. Ну а на десерт превосходное мягкое печенье из самых что ни на есть натуральных продуктов. Это овсяное печенье, которое очень сладкое, очень вкусное и очень полезное. Приятного аппетита! Рулет из индейки с яблоком и орехом. Индейку нарезать конвертом, посолить, поперчить, выложить мелко рубленное яблоко и орехи. Завернуть рулет, выложить на фольгу, смазанную маслом. Завернуть и запекать на мангале 10 минут. Рататуй. Яблоко нарезать крупным кубиком, добавить гранат, сахарную пудру и масло. Обжаривать 3 минуты в сковороде. Соус. Вино и бруснику довести в сковороде до кипения. Добавить сахарную пудру, затянуть крахмалом. Овсяное печенье на костре. Смешать ингредиенты. Оставить для пропитывания на 10 минут. Сформировать печенье, обжарить на мангале по 1 минуте с каждой стороны.